Здравствуйте, любители вязания. Вот, я хотела бы вам сказать то, что вот здесь вот рукава, я вам скажу, сколько я набрала петель общих. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 петли. И вот здесь я сделала завязочку, эти петельки сняла, потому что на спице не умещается по ширине. Вот. И вы также можете сделать, перекинуть. Перекинула я здесь, вязала накид, лицевая, значит, накид, и потом вязала, допустим, половина части, скидывала на веревочку, потом еще часть довязала и снова тоже скинула, перекинула крючком на ниточку. Также и здесь, в этой стороне. Вот. И теперь я вязала еще после, значит, рукава. Раз, два, три, четыре, еще 5 рядов лицевых. Теперь я буду вязать узор. Будете уже сейчас в длину вязать столько, сколько вам нужно. До попы или ниже попы. Вот. По длине. Сейчас я вот вяжу 5 петель лицевых, это у нас кромочную сняла я, 3, 4, 5, теперь, значит, я вяжу узор. Здесь вот у нас лицевые пошли петли, так, 3 лицевых, 1, 2, 3, так, 3 изнаночных, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 изнаночных, 1, 2, 3, теперь снова 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Итак, вяжем до конца ряда, не считая вот этих 5 петель. Так, 3 изнаночные, сейчас лицевые.
следующем видеоуроке вы можете посмотреть, как у меня получается узор. Сейчас я вам основу только покажу. Теперь 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых. Так, и здесь у нас, вот здесь у нас 3 лицевых, значит, здесь будет изнаночная петелька. Теперь у нас 5 идут, они все время вяжутся лицевыми. И здесь между расстояниями вот эту веревочку я зацеплю иголочкой. Вот так, чтобы не болталось. Отверстие между... Для пуговиц 7 сантиметров. Сейчас я буду здесь снова 7 сантиметров буду делать отверстие для пуговиц. Вяжу лицевая. Так, 2 накида. 1, 2. 2 петельки вместе убираю лицевой. Перекидываю на левую спицу. И еще раз лицевой убираю и перекидываем. И их провязываем лицевыми петлями. Все. Теперь разворачиваем вязание. Теперь я вяжу все 5 лицевых. Все накиды провязываю лицевыми. Теперь у нас здесь была изнаночная. Здесь у нас будет, значит, лицевая. Так. Теперь здесь 3 изнаночных. 1. Здесь вот выпуклые, они у нас так и будут здесь изнаночные. Там были лицевыми, а здесь изнаночные. Здесь с этой стороны были изнаночные петли, здесь лицевые. 1, 2, 3. Теперь 3 изнаночных. 3 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Три лицевых, 3 изнаночных, 3 с той стороны точно так же вяжем здесь, допустим, изнаночную, изнаночную, вот, а с изнаночной стороны мы уже другой ряд будем по-другому делать. Сейчас немного объясню. Сейчас этот ряд закончим.
И сейчас все 5 лицевые. Снова разворачиваем вязание. Кромочную снимаем, вяжем еще 4 лицевых. Теперь уже смотрим. Так, здесь у нас снова 3 лицевые. Здесь уже видно. 3 изнаночных. 3 лицевые. И у нас вот так квадратиком должно получиться. Вот, теперь потом следующий ряд. Тот ряд еще вот так провяжем. Следующий ряд с лицевой стороны начнем. Здесь вот изнаночные 3 лицевые. И так будет у нас получится в шахматном порядке. И вяжите уже нужную вам длину. Потом вот здесь спицами набираете. Вот эти все собираете петельки и вяжете лицевыми вокруг. А потом резиночку вяжете сантиметров 2-3, сантиметра 4, наверное, лицевые изнаночные. Все. Выбираете уже пуговицы, какие вам нравятся. Пришиваете и кофточку готова, можно так сказать. Вот. Можете на ребеночка примерить и уже посмотреть по длине, какой вам нужно кофту. Три лицевых, вот здесь будет изнаночная. Вот и здесь 5 лицевых. Разворачиваем вязание, снова кромочную снимаем, 4 уже лицевых, после кромочной, общие 5 петель. Теперь здесь у нас опять лицевая, здесь даже видно сразу, к
косичка это лицевая, здесь выпуклые это 3 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Три лицевых и так до конца ряда. Следующий ряд я вам хочу объяснить, то что вот здесь также довяжем, а вот здесь 3 изнаночных лицевых было, да, 5 лицевых, и здесь 3 лицевые мы вязали, а следующий ряд мы сейчас закончим, будет 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых. Значит, туда-обратно получается 3 раза или 4 получается вяжете точно так же. Потом опять в шахматном порядке меняете узор. И так вяжете нужную вам длину. В следующем видеоуроке я немножко в длину свяжу этот узор и покажу вам, как красиво получается. Пять лицевых. Разворачиваем. Кромочную снимаем. Еще 4 лицевых. Теперь 3 лицевые были, значит, 3 изнаночные. Три изнаночные были, 3 лицевых. Теперь 3 изнаночных. Три лицевых. И так далее. До свидания, до следующего видеоурока.